Долги перед газовиками будут погашены областью, в том числе и за счет передачи поставщикам топлива сетей должников. Всего на сумму 200 миллионов рублей. Такая договоренность была достигнута в Москве по итогам переговоров председателя правительства области Александра Князькова с руководством «Газпром Межрегионгаза». Ярославский регион станет первым, где будет применена подобная практика погашения долгов. В целом газовая задолженность сейчас составляет 467 миллионов рублей. В рамках диалога обсуждалась также программа газификации области и реализация социальных проектов в Мышкине и Угличе.